Всем привет, ребята! С вами Братуха, и это Игровой Робот. Бой! Бой! Последний бой этого мира! На смерть! На смерть! На смерть! На смерть! Смерть! Зашел в игру и увидел, ребятухи, новости. Новости, обзор, обновление. Давайте посмотрим, что же эта красивая, грудастая женщина нам, как говорится, приготовила в обновлении 9.1. Волшебным пером выводим экранчик от разработчиков, значит, обзор, апдейт. Все же давайте посмотрим, ребятухи. Будет тут на английском языке или нет, я субтитры включил во всякий случай. Криворукий бандит, ребята, это всегда выигрывало казино. Ну, стопудово, но смысл было делать казино, если бы оно все время проигрывало, что благотворительность, что ли. В казино люди обанкрачивались даже. Вот. Но у нас вот здесь вот самое вот интересное казино. Реально казино. Доброго дня, командир. А вот и хули-моли вернулась. Наша маленькая худенькая девочка. С теми самыми же часами, походу. И тот же самый браслет. Сколько? 2-3 года носишь уже. Или даже братуха Mi Band поменял на 7. Ну что ж, ребятухи, давайте дальше смотреть. Хули-моли с естественным лицом, цветом лица. В этом обновлении мы вернем в Нео Тартугу. Вернемся в Нео Тартугу. Что-то я не помню, чтобы мы там были. Ну, просто у меня память такая, наверное. А именно в одной из главных ее достопримечательностей. Дворец удачи Гинторе. Я вообще не помню, что это такое. Если кто-нибудь может мне напомнить, что это такое вообще? Все, что блестит здесь, это золото. Можете не сомневаться. То есть это меня ждет в ангаре. Владельца места щедро согласилась спонсировать наше обновление. Мне, знаете, порой... не знаю, нравятся вот эти вот... Выход куда-то за облачные фантазии. Все из золота, поверьте, у нас тут нарисовано карандашом. И кто-то там щедро спонсирует. Вот она. То есть это владелица, ребята. Такая грудастая, сочная девушка. Посмотрим, что она подготовила для нас. Новый титан Рук. Check out Rook. Похож на праотца всех шелов. Похож, реально похож. Вот это у него прям кукан. Прямо, вот кто решил кукан, прямо вот на кукане нарисовать, я не знаю, или это... Не, вот это кукан, это грыжа, наверное. Пупочная. Ой, блин. The father of all shells. А, два кукана, простите, там два кукана. Collecting physical shields. Он закован со всех сторон в физические щиты и получает меньше серого урона. Меньше серого урона он получает. From all sides. It also takes... Красиво, два кукана, да, вижу. Блин, красивый, красивый робот. Это робот, да, робот же, не титан. Рук может сбросить щиты, чтобы восстановить свою прочность. Количество единиц прочности зависит от числа целых щитов, которые были сброшены. Подождите, получается, мы стреляем ракетами в этого робота. Он теряет ХП, теряет ХП робота, теряет ХП щитов, раз там сплэш. Получается, щиты какие-то там дохлые остаются. Нажимаешь кнопку, дохлые щиты превращаются в энное количество ХП. Гениально.
А хотя, с другой стороны, первый щит оторвало каким-то лазером, да? Тебе раздолбало всего робота, и ты такой щиты сбросил и восстановил себе ХП. Ну, здорово. Вот тут да, тут классно. Вот количество. Прочность зависит от числа целых щитов. Но его главный туз в рукаве – способность кастлинга. Он еще и летает. Рук взмывает в небо и обрушивается на врагов, наносит урон, расталкивает их в стороны. Нифига себе. На самом деле круто. А что круто, блин, это инквизитор, топтышка, как его там зовут, не помню, блин. В общем, блин, делают ребята такие вещи. А он прям целенаправленно туда прыгает. Ни хрена себе. Классно, здорово. Так это титан, судя по размерам. После такой высадки на врагов вам приходится что-нибудь для ближнего боя. Вам пригодится что-нибудь для ближнего боя, чтобы их добить. То есть, ну, робота. Новые морозные ракетницы. Аргон и Окси вполне подойдут. В Титан, наверное, я что-то пропустил. Новый Титан, да, Титан, простите. Это бета и альфа оружие. Новый робот Кризис. Вот, это робот. Если вам по нраву действовать скрытно, то хорошо подойдет Кризис. Если вам нравится крысить, вам подойдет Кризис. У него постоянно включена невидимость, кроме моментов, когда он стреляет, использует способность, модуль или орбитальную поддержку. Постоянно включена невидимость. Кроме моментов, когда он стреляет. Обалдеть. То есть, такой бежишь, популял, опять в инвиз. 4 пушки. Ох, красиво там. Глазик даже тебе показывает, да? Там, когда управляешь роботом, тебе показывают, когда активирован глаз. Здорово. Здорово, серьезно. Выберите место, устраивайтесь поудобнее и отстреливайте врагов издалека. Дальнобойный робот, понятно, мало хп, никакой защиты. Кризис больно бьет своими 4 тяжелыми орудиями. О, это бегемотик, значит. Кризис больно бьет. Также он может пробивать энергетические щиты своей активной пушкой. На нем хорошо смотрятся пушки Repair. Они легко расправятся с высокими очками защиты и рефлектор щитами противников. Новый пилот. Сама королева дворца. Гентарек карает в кабине ее любимого кризиса. Ну, увеличивает что-то дамаг на 10%. Ультимат Спектр. И на десерт новая версия всеми любимой классики. Возвращается воробот своей ультимативной версии. У него больше прочности, меньше перезарядка способностей и увеличенная дальность и урон пушки способностей. А то есть это что, мне спектра переделают обратно или нового будут выдавать? Я не понял. Или покраску какую-то покупать надо. Все было сбалансировано так, чтобы ультимативный спектр стал достойным противником популярных роботов. Ну, выглядит, конечно, шикарно. Чисто вот, знаете, как раньше, для коллекции. Прокачать-то нет серебра, ничего, для коллекции. Не просто старый робот с новой покраской. Это редкое сокровище, которое не просто заполучить и улучшить. Прокачка для него изменена.
which is hard to obtain and has different upgrade progression. There is more to this. В этом обновлении еще много всего. For instance, например, есть и новый активный модуль, который от обновления к обновлению будет менять характеристики. You. Характеристики you. Интересно, от обновления до головного обновления. We have the unstable conduit, an active module that can change its stats from time to time. Ну, тут все на английском, я не очень понимаю. Также обновился и баланс титанов. Хотите узнать подробнее, читайте расширенную новость на нашем сайте. Пусть удача всегда будет на вашей стороне, и, как обычно, увидимся на поле боя, командиры. After such an entrance, you'll need something close ranged to feed, and it can pierce through shields. And the Titan balance update with, and the Titan balance more specific, specifically. But the main is up its sleeve is the pick a place, make yourself comfortable, and snap away. Господи, блин, на полторы минуты текста столько ошибок. Гениально. Ребята, давайте перейдем на сайт, посмотрим, что там на сайте именно написано про характеристики. Кстати, уже могу сказать, что у нас, значит, есть новость, значит, такая, что дворец удачи Гентаре, всего неделя, чтобы сыграть и получить особые призы, загляни в особую поставку. Открывай бронзовые и серебряные сундуки и получай целых роботов и орудия. Всего неделя, чтобы сыграть и получить. И также еще серый рой какой-то. Пилоты вот-вот столкнутся с угрозой какой-нибудь. Все... А, нет. Кризис и рук. Как скрытый снайпер разрушит Димитер. Новости. Обзор. Но я что-то не понимаю, зачем мне смотреть новости обзор, когда я его уже в обновлении видел. И мне уже в обновлении, в обзоре обновления сказали... Так, у меня тут горит голда. Блин, мне что, какие-то сейчас задания повторять? Они, походу, обнуляют нас. Не вижу смысла смотреть обзоры на этих титанов и роботов, потому что, как бы, я уже понял, что они делают. Все улучшили титан 10%. Событие завершено, значит, шоу наград ВР закончилось. Шоу день рождения ВР с нулем призов. Нуль! Нуль! За день рождения 9 лет игры в Robots я получил нуль призов. Одни детали. Гениально! Браво! Поаплодируем щедрым разработчикам. Ваша щедрость зашкаливает. Зашкаливает ваша щедрость. Не знаем, куда от нее деваться. Тебе нравится War Robots? Не очень. Так, там для бонуса дали. Добро пожаловать во дворец удачи гитары. Открывайте сундуки особой поставки. У меня задание получится на призы. Дали по одному жетону. Интересно. Переходим в особую поставку. Так, все по одному жетону. Такая, в принципе, а зачем по 100, 150? Правильно, 1, 2, 3. Хотя тут, смотрите, 1, тут 1. И здесь 1. Но купить 25 ячеек стоит те же самые 13 штук, 8 тысяч рублей. Ребята, 8 тысяч рублей это почти пол телефона, братухи, мобилу новую купить. Пол телефона почти, представляете? Давайте посмотрим, что тут за призы у нас присутствуют. Здесь, короче, гарантированно из 5 штук выпадает тебе непонятно что, не написано. Но жетон. Жетон сюда, жетон отсюда туда. Давайте посмотрим. Неделя, да? Repair, значит, needless. Ну, видите, да? Пушки. Амплифайеры, пилоты. И монетка одна выпадает серая. Деталей нет. Блин, давно пора детали убрать. Что здесь, значит, выпадает? Кризис. Телочка на него. Эмуги. Особой версии, обычной версии. Значит, пилоты.
Покраска на Емуге, Незер, пилоты. Да, блин, таких нет. Покраска на Незер, Энглер особой версии, обычные пилоты. Покраска Синистер Энглер, Матик, Год Марс, Марс, пилоты, значит, дроны. Есть жетончик. Тоже деталей нет, ну и слава богу. Вашему богу. Здесь по одному детали, по одному жетону золотые ячейки, значит. Выпадать могут модули на титанов. Детали, вот тут как раз кораблей. Но детали кораблей, смотрите, по 5000, по 2500. Блин, вот, знаете, день рождения игры Warobots, да? Вот эти призы, они как раз махивают на день рождения игры Warobots. Представляете, да? А не то говно, что нам впихивали. Детали Руэлита, новый корабль, интересно, красивый, но... После активации корабля вокруг робота противника образуется зона, которая распространяется коррозийные наноботы. Так, Сириус, Паладин. Ну, целые корабли, ребята. Значит, Сириус. Пушки. Новые пушечки, которые тебя выпиливают за секундочку. Вот здесь. А здесь Аргон и Рок. Желание, ребята, смотреть на Роки и на Кризисы. Какие слота? Ну, на Кризисы, понятно, 4 средних. А вот на Роки я не знаю, какие слота. У меня нет желания смотреть. Вот. Spin to win. Выиграй и победишь. Так, мне, судя по всему, выпал робот, но показали ячейки. Если вот эти вот карточки, они так и не убрали. Выпал пилот. Не знаю, насколько это щедро. Увеличит время перегрева перегревающихся лазеров на 3 секунды. Это не щедро. Да. Давайте попытаем удачу. Один, значит, серебряный. Ой, ну не знаю, серебряный, блядь. Так, ну, может выпасть глайдер, кстати, или покраска. Шофф-доун. Значит, дрон выпал. Отличный дрон, который никогда не подведет и защитит ваше орудие от поломки. Ваши противники сразу поймут, кто здесь главный, как только вы окажетесь на поле боя. Когда эффект стелс пропадает... Робот получает бонус к урону. А какой стелс эффект? Если робот получил больше 70 тысяч урона за 5 секунд, мгновенно ремонтирует часть его прочности. Пока действует эффект стелс, робот получает бонус к скорости. Робот не может потерять свои орудия. А стелс, значит, на робота, который имеет стелс, он очень интересно, кстати. Расскажите, что вам не понравилось? Да не понравилось. Так, о, какой ангарчик, ребят, красиво. И задний фон хорош. Хорош. Где корабли висят? Там же над землей? Да, там же над землей. Аэропоставочка у нас, что-то там. 2 миллиона серебра, спасибо. Задание. Что можно найти во дворце удачи? Это мы понимаем. Перейди по ссылке, получишь результат. Бонусные. Клановые. Так, ну и... Подождите, ну серьезно, других заданий нет никаких на жетоны, да? А, жетонов нет. Или просто квесты скоро будут доступны.
Просто жетонов нет, а что, покупайте, что ли, поставку? Ну, наверное, да, покупать. Ну, не знаю. Ничего, в обновлении не сказали, где берутся эти жетоны. Не сказали про призы, про все это. Меня что-то посылают на серебро, на покупку золота посылают. Больше не посылают. Ну, давайте посмотрим, что у нас на сайте там более подробно в цифрах. Ну и вот у нас, ребята, цифры. Давайте. События. Дворец Фортуны Гинтарэм. Начинается вскоре после того, как мы загрузили 9.1. Новый робот Кризис. Новый Титан Ладья. Но это уже в переводе на русский или на испанский. На Н. Энтонский, блядь, не знаю. В общем, русские удалили здесь, по сути. Жнец. Аргон. Пилот, дрон. Шовдон. Новый активный модуль, нестабильный кабель провод. Новая функция. Ультимат лайк. Что за функция? Внимание, всего на одну неделю. Пишите получить свои награды всего за одно открытие. На открытие сундука всего по одной монете. Коснитесь за очка и рядом с сундуком события вы увидите призы. Значит, здесь у нас Discord, Reddit и Facebook. ВКонтакте русского нет. Новый робот Кризис. Скрытность. Кризис можешь активировать Overpower. Увеличивая урон робота и позволяя ему обходить вражеские энергетические щиты в течение следующих нескольких секунд. Что, дополнительные какие-то там модули у него? Ну, вот там ладья. Новое оружие. Google переводит мне это все. Chrome переводит мне это все. В онлайн-режиме заметили? Новая функция абсолютная удача. Колесо фортуны получить приз. Испытывайте удачу. Значит, обновление баланса титанов. Пришло время обновить мету титанов для всех лиг. Некоторые титаны мы смотрим на тебя, эфир. Значит, мы смотрим на тебя, эфир. Стали слишком универсальными, поэтому мы решили поставить их в роль стеклянной пушки. То же самое касается такого оружия, как Эвора Вэрон. В целом они слишком хороши. Ошибка Ноденса наконец-то была исправлена. И мы также думаем, что сейчас самое время сделать кальмара Титана более популярным. Наряду с некоторыми старым оружием. А Ноденса, ребята, который не лечил, исправили буквально месяца через три, наверное, да? Гениально. Молодцы, быстро, быстро. Титаны. Значит, эфир. Это у меня летающий этот эфир. Количество прочности, значит, устанавливаемый за тик, уменьшено с 4 до 2%. То есть лечиться за способу я буду мало. Честно сказать, я не заметил, что он очень хорошо за тик этот реально лечит. Но я вот не заметил. Ну вот этого робота коснулось у нас, значит, такой баланс. Ускорение на одной зарядке снижено с 60 до 30%. То есть активируешь эту свою способность, ты меньше лечишься. Не летаешь быстро вообще. То есть это в два раза меньше он стал летать. То есть он просто зависает в воздухе и висит. Регрессия сопротивления силовому полю была снижена с 90, 83, 66 на 71, 41, 23. Ну, это, конечно, на 20%, на 40%, на 40%. Накопление ЭМИ снизилось на 30%. Бонус за скорость полета снижен на 30%. Перезарядка энергии была уменьшена с 20 на 18 секунд. Мне кажется, все вот эти вот обновления, все вот эти вот нерф,
он коснулся этого титана еще раньше. Потому что я еще за месяц заметил, что титан абсолютно перестал жить. Максимальная скорость движения увеличена с 44 до 46. Тут апнули чуть-чуть. Перезарядка энергии была уменьшена до 18 секунд. Чуть-чуть апнули. Урон от струнного оружия увеличен на 15%. Продолжительность Skyward была увеличена с 8 секунд до 10 секунд. Это типа полет, наверное. Или лечение. Ну, они, короче, лечение на 2 секунды увеличили, а количество ХП уменьшили. Ноданс. Максимальная скорость движения увеличена на 2 км в час. А что не на 0,2? Долговечность увеличена на 10%. То есть это ХП увеличили. Я вроде помню, ему уменьшали ХП. Сейчас опять увеличили. Была бы такая, знаете, информация, которая позволяет отслеживать весь нерв всех роботов-титанов. То есть вот Ноденс, он появился с такими характеристиками, потом с такими, потом с такими, потом с такими. И только смотришь вверх, вниз, вверх, вниз. Значит, у Эйрон Эйвера урон уменьшили на 20%, а что не на 50%? Вот прям реально выносят за одну секунду. Глейв Лейнс, модификатор урон для второго выстрела увеличен. Модификатор, значит, урона для третьего выстрела уменьшен. Ослепитель, урон уменьшен на 15%. То есть мои вот эти лазерные пушки, они будут стрелять хреново. То есть это, я понимаю, ослепители, вот Дазлерс, Лантерн, вот это ослепители. Что-то так подозреваю. Катаклизм, циклон, урон увеличен на 10%. То есть циклона можно вешать на минуса и айда. Гром, шквал, боезапас увеличен с 8 до 10 на громе, на шквале в 12-14. Ну, что, дробаши теперь одевать, что ли? Кистен, булава, время перезарядки уменьшено на 10, на 2 секунды уменьшено. Нету, к сожалению. Ну, поиграл бы, прокачал бы. Значит, царь, урон увеличен на 15%. Гарпунный баф. Шип игла, урон увеличен на 20%. Их, походу, очень мало в игре. Вот, разработчики покумекали, почесали свой затылок и решили, что раз их мало в игре, их никто не может выиграть, нужно стимулировать игроков на их выигрыш. И запустят они, значит, ивент. И открывайте, пожалуйста, эти жетончики. И пытайтесь выигрывать, значит, вот эти вот лазеры. Ну, то есть гарпуны. Шип, игла, урон увеличен на 20%. На столбу какому-то. Что за столб? У меня нет таких оружий. Увеличен на 10%. Исправлены ошибки. Визуальная ошибка, за которой некоторые виды оружия, дронов, материнских кораблей некорректно отображаются в ангаре. Исправлена ошибка, за которой Linux иногда не двигался после развертывания. Ну, такая ерунда, ёпсель. Купил робота, блин, за 20 тысяч долларов, да, и он не развертывается. Исправлена ошибка, за которой Ноденс не лечил своих союзников, при том это черным шрифтом, прям дополнительным черным шрифтом указано, чтобы не было всяких вопросов. Гениально. Исправлена ошибка, из-за которого участие в матчах не учитывалось в квестах. Кстати, по поводу Ноденса. Дорогие разработчики, если вы сейчас смотрите, вы когда-то также говорили нам, что муромцы исправили. А он до сих пор, ребят, застревает в текстурах. Ходить не может после приземления. Верить вам, крош цена. Вот так вот, серьезно. Исправлена ошибка, из-за которой готический Марс не получал повышенный бонус к скорости после сброска турели. Исправлена корректная работа визуальных эффектов модуля овердрайва на Скиросе. Исправлена ошибка визуального эффекта Талон. Исправлена звуковая ошибка Синистер Глайсер. В общем, ребята, синий экран исправлен после захода матча и так далее. Зачем вы делаете эти ошибки? Не надо их делать. А вы их делаете для того, чтобы потом исправлять. Для того, чтобы вас никто не уволил. Потому что у вас еще есть работа, у вас есть к чему стремиться. Вот такой вот, ребята, у нас видеоролик, вот такие, значит, у нас обновления, вот такая у нас особая поставка на неделю, после нее будет другая поставка, как обычно, на детали и на все остальное.
Где будут выполняться, получаться вот эти жетоны, я не знаю. У меня было два жетона, как и у всех у вас. Я испытал удачу и выиграл, значит, немало, немного, а выиграл, вы не поверите, дрона, про которого я даже никогда не знал. Я про него никогда не слышал. Я потому что на это все не хожу, не смотрю. А где он? Вот шоу-дом. Это новый дрон. Вот, он сегодня, значит, вышел. И вот мы, значит, его поставим в ангар. Что я хочу сказать, ребята. Улучшить его стоит 1000 микросхем. У меня всего 1500. Достаются они как платина. Ну, как раньше платина, медленно. Как вы думаете, стоит ли мне, значит, прокачать это все дело? Но опять же, он подойдет роботу, у которого стелс. А стелс, ребята, у нас у того самого нового робота, который сейчас у нас находится в поставке. Понимаете, да? Этот дрон, как и все, в принципе, все, что разработчики делают, все обдумано для того, чтобы ты смог соорудить себе робота. А, подождите, Титан в инвизе бегает. Япона-мама, да? Титан в инвизе бегает. А, нет, этот прыгает. Блин, а кто бегает в инвизе? Крисис. Крисис, да, Крисис, нет. Я запутался с этими роботами. И Муги летает в инвизе. Вот для него кризис. Для него, да, вот для кризиса. Он тоже в инвизе. То есть вот куда дрон этот пригодится. Ну что ж, ребята, спасибо за внимание. Спасибо за лайк, за оставленный комментарий. Всем, кто это сделает. Спасибо всем, кто, братухи, задонатит на новый телефон. Тоже большое спасибо, если такие будут. И спасибо разработчикам, что они выкидывают нам все новые и новые обновления, исправляют свои же косяки со временем в 3 месяца. Вот, спасибо, хоть как-то шевелится. Но я, ребята, к мнению прихожу, к своему, что разработчики специально все ломают, высылают это все ломаное на боевой сервер для того, чтобы потом исправлять. Это видимость работы. Это говно. Блять, не могу даже это назвать. За это просто, ну я не знаю, в советское время ставили к стенке. Вот так вот. И закидывали гнилыми помидорами. С вами был Братуха. Всем пока-пока.